Так, ну что, ребята, классика, иммигрантская классика. Сходили первый раз в магазин, нужно обязательно запечатлеть на видео. Как же ж без этого? Ну и посмотрите. Короче, скупились мы на... Сколько? На... 50. Не вижу сумму. Ага. 49.31. Ну, на 50 баксов. Даже у нас 45 центов скидка была за что-то. Неплохо. О чем написали большими буквами? Большими, да. You said. Да. Ну и сейчас что покажем. Все, давай. Так, ну давайте. С чего я начала свой шопинг? Это, конечно же, клубничка. Потому что у нас ее уже не возьмешь. Ну, как возьмешь, конечно, наверное, где-то по такой же цене, какую мы взяли. А мы взяли ее по рваной дроби. Два с чем-то она была. 2,46. Да, 2,85. 2 бакса 85. Клубничка за 454 грамма. 1 фунт. Да. Так. Потом приветания кинза. Класс. Ну, она что-то порядка... Да фигню там 40 центов. Да, то дальше. Давай. Ну, лучок, соответственно, тоже зеленый. Тяжело. Пока еще не ориентируюсь в чеке. По-английски не понимаешь. Не понимать, не говорить по-английски. Да. Помидорчики обычные взяли на супчик, так, чисто для вкуса. Потому что Женя твиндит на меня, что я все органик, мне нужно органик, говорит, это фигня. А я ему говорю, что у него будут трехглазые дети, если мы будем есть. Что фигня. Рис. Рис стоит 2,99. 3 бакса, что, в общем-то, точно так же плюс-минус, как и у нас. Лучок. Лучок. Ну, тоже обычный, по-моему, лук. Хотя я там не нашла другого. 2,14. Это 20, за сколько? 2,43 за фунт. 2,14 за вот эти вот... Сколько? Тут меньше 400 грамм? 0,88. А, подожди, нет. Вот 0,88 за фунт, а у нас тут больше, у нас на... У нас 2,43 и получается на 2,14 мы скупились. Вот он. Точно. Mm-hmm. Да. Короче, 88 центов за фунт. Фунт. Нет, там на самом деле был другой лучок, я фотку вставлю. Говядина. Говядина у нас стоит 7,98. Не знаю, тут написано на ней прямо. А, кстати, да. А, нет. 5,49, подожди, чтобы 7,98. 5,49 это за фунт цена. А, вот да? Же итоговая. А, 8,50. Извините, это наш первый обзор еды. А мой так точно. Я еще не в теме. Да, 8,51, 5,49 за фунт. Вот, еще мы взяли курочку. 3,29 за фунт, всего на 5,76 здесь бедрышки. Вот. Ты бедра? Я думал, ты филе взяла. Филе не брала. Филе же чем? У нас уже закончилось... Ну все. Гриль закончился. А, ну да, да, да. Йогурт-смузи. Тоже два с чем-то, в общем, вот эта штучка. Ну, попробуем, не знаю. Вода, кстати, отвратительная. Покажи сразу одну секундочку. Воду мы взяли. Значит, эта вода стоит 78 центов. Просто такая... Ну, она не гадкая, но она не вкусная, откровенно. Насколько было в Исландии из-под крана, реально вкуснее, чем за, блин, почти доллар. Не, ну это фигня, неважно, она дешевая, но все равно. Дело, да, в том, что она очень невкусная. И из-под крана тут такая же отвратительная вода, как, да, и реально. В Украине. Пить ее невозможно. Считаю, что не уезжали. Хочешь поностальгировать, попей водички из-под крана. Да. Так, это мы взяли еще мексиканскую смесь. Она тоже что-то недорого особо стоила. Ага, вот. 88 центов. Так, Pringles чипс, это ты знаешь. Да, $1.44, взял просто вот, 25% меньше жира.
Ну, здоровая пища. Да, жвачка, дабл мент, как детская. Да, ну да, дабл мент. И там был и джуси фрут, и еще спермент был. В общем, все там было. Да, морковка тоже, органическая морковка. Стоит... Стоит в три раза дороже обычной. Да, где-то я ее находила. Как она там, перец? Не знаю. Ага, 98. 98 центов за... Фунт. Ну да. Ты можешь не смотреть. Здесь, в принципе, да, все упаковано в фунтах. Да. Две картошины мы взяли. 98 центов за фунт. Тут две картошины на фунт 35. Получилось у нас на доллар 32. Вот. Чесночок. Гарлик. Ага, 50 центов. Капусточка молодая. Мне, кстати, очень прикольно, мы уже слышали об этом, видели, в овощном отделе водичка такая пшикает на них через определенное время, и оно вот такое все мокренькое. Да я думаю, что это и у нас есть, не? Нет, у нас редко где. Так, это я взяла два кабачочка, желтеньких, сладеньких, мы их делаем с яичком, приветырим, вот, и будет вкусненько. Кабачки у нас... Кабачочки, сладенько, вкусненько, желтенько. Да, это хилочка, чистка, вполне. Не найду, сколько они стоят, ну тоже, что не очень дорого. Мы потом в конце крупным планом снимем, если кому-то будет интересно, почитайте. Вдруг я что-то там обманула. Неправильно перевела. Да. Доктор Пеппер. Это к чипсам, пониженным содержанием жира. Доктор Пеппер с пониженным содержанием калорий. Огурчики. Бундеры. Огурцы. Да, огурцы. $1.36 стоят. Здесь 77 фунтов. $1.05. Так, и в рюкзаке у нас закончилось, есть еще яйка, ларч, обратите внимание, ларч, яйка. Наверное, у них голуби несут, потому что только, наверное, у голубей может быть такое очень-очень большое яйцо. Потому что те куры, которые у них там продаются с такими лапами, ну, мне кажется... Это явно не их. Да, это не их дети. Вот. Ну и, конечно, взяли, так сказать... для рыбка. Сейчас я попробую найти да, они там стоят что-то в районе $8, вот эта вот штука. А, вот это же, наверное, оно и стоит. 81 это... Значит, ищи 7, там. 90... Ага, вот, Blue Moon. 7,98 за 6 штук. По 0,33. По 0,33, да. А яйца... Яйца 2,67 за 12 штук. 2,67? Да. Ну вот сними крупным планом, покажи. Вот, что можно тут... Планируется супчик, планируется типа плова. Ну, вот. Такое. Все. Спасибо за просмотр.